Июльский дождь графику не помеха. В округе идет благоустройство дворовых территорий. Старт работ на одном из участков посетил наш корреспондент. Работы по обновлению территории возле дома 364 на Октябрьском проспекте идут полным ходом. Первый этап – укладка специального покрытия для детской площадки. Совсем скоро двор здесь будет выглядеть по-другому. В данном дворе ведутся работы по установке детской площадки площадью 100 метров. Горка будет, карусель будет, песочница, две лавочки. Возле площадки заменят освещение и засеют газон. Помимо этого, территория получит 2300 квадратных метров нового асфальта. Вместе с жителями старт работ проконтролировал глава округа Владимир Ружицкий. Здесь пойдет работа полным ходом, все в графике, и понятно, что, я думаю, через пару недель здесь все будет оформлено, сделано, и детишки получат свою радость, потому что будет хорошая, комфортная детская площадка. В начале года обновить планировали 68 дворов. Из-за пандемии коронавируса эти планы пришлось скорректировать. Финансирование было сокращено в два раза. В этом году реновация ждет только 34 участка. Есть первоочередные задачи, это и подготовка к зиме, и там нужны деньги, потому что зима придет, и мы не можем зимой, когда не будет тепла, либо не будет воды в доме, мы не будем рассказывать людям, что у нас была пандемия, и поэтому нет тепла. Поэтому понятно, что сегодня мы ищем финансы, но в первую очередь мы их вкладываем туда, где крайне необходимо. Этот и другие дворы благоустраивают по результатам голосования на сайте Добродел. Все работы планируют завершить в сентябре. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.